Ну, здесь спрашивают о нашей Луне, прошлое, будущее, настоящее. Ну, как понимаете, это последние из Лун, которые остались у нас из трех. И вот, когда были три Луны, они создавали свои гравитации, определенные из одной системы, то есть Азии создавали. Так вот, что я могу сказать? Ну, то, что Луна искусственно созданный объект, это, наверное, объяснять не нужно, да? Объясню почему. Потому что все кратеры на Луне, вне зависимости от их диаметра, одинаковой глубины. А любой человек знает, упала маленькая бомба, маленький кратер, так? Чем больше бомба, тем больше диаметр кратера, тем глубже. Все знают этот закон. Никто против него не имеет, скажет, что я придумал что-то. Никто, да? Так вот, метеорит – это супербомбы. То есть это материальные объекты, которые врезаются с колоссальной скоростью, с много километров в секунду, скорость врезается в поверхность, в данном случае Луны, атмосферы нет, поэтому там она не сгорает, а просто прямую шлепается. И получается мощный взрыв. При этом, зависит от размера метеорита или астероида, который падает на Луну, значит, должна быть и диаметр, и глубина воронки пропорциональна размерам и мощности взрыва того предмета, который упал на Луну. А на Луне кратер из колоссальнейших размеров, то есть десятки километров шириной, диаметром, точнее, а глубина одинаковая. О чем это говорит? Что вне зависимости от размера предмета, который падает на Луну, он на определенной глубине сталкивается с такой материей, дальше которого пройти не может. Вот так. Значит, есть ли природные такие материалы? Нет. Это значит, искусственно созданный предмет. Плюс, уже давно расшифрованы секретные съемки, может, кто-то видел, показывали по телевидению, на интернете вы можете скачать. На сайте «Советник» там эти фильмы стоят, можете посмотреть. Там показано, как из одного полюса Луны вылетает огромнейший космический корабль, очень быстро облетает вокруг Луны и входит в южный, ну, допустим, условно, северный полюс, условно, и южный. Северный вылетел, облетел и вошел в южный полюс, через что? Значит, там есть проход какой-то, да? Вошел и не появился больше. Посмотрите, это все запись, реальная запись в реальном времени. Это первое. Второе. Возраст нашей Солнечной системы порядка 6 миллиардов лет, вы знаете, да? Те образцы грунта, которые получили, возраст 10 миллиардов лет. О чем это говорит? Что Луну притащили сюда с другого места, и она была сделана из другой материи. Возраст, который... Та же самая физическая плотность, но возраст старше. Ну и так далее, и так далее. А что будущее? Там базы есть, и фотографии есть тоже где там. И раньше были звездные врата, и города были под куполами, и так далее. И это все нашли американские астронавты, между прочим, когда там были, и зафотографировали. Правда, это долгое время держалось в тайне, и так далее, и так далее. И, естественно, там есть базы и тому подобное, и, так сказать... И черники им пользуются в последнее время очень активно. Но, надеюсь, долго не будет пользоваться. Надеюсь, скоро будет очищен. Следующий вопрос. Вопрос, существует ли сейчас ментальная школа для детей и подростков и так далее? Да, существует. Там стало гораздо больше детей и так далее. И так далее продолжает. Так, чем я могу помочь своему ребенку в развитии его сущности? Какой ваша книга лучше всего начинать? Его знакомить мальчику 11 лет.